Добрый вечер, ребята. Здрасте, ой, Зубок. Здрасте, дядя Юр. А что ты лежишь? Ты не заболел? Нет, дядя Юр, я не заболел. А, ну хорошо. И вовсе я не лежу, а тренируюсь, как правильно вставать. Вот. Как это правильно вставать? Ну, с той ноги, с которой нужно. А с какой нужно? Ну как, с какой? Вы не знаете? Нет, не знаю. Но встать нужно с правой ноги. С правой? Да, тогда весь день правильно пойдет, дядя Юр. Подожди, а если я с левой ноги встану, то что, не пойдет? Ну, конечно, не пойдет. Да, ну и как, ты натренировался? Почти, вот смотрите. Ну как? Ой, Зубок, ой. Ну, аккуратненько. Ну. Вот, дядя Юр, теперь вы мне наступите, а то поссоримся. А с чего бы нам с тобой ссориться? Ой, не знаю, но вы мне тоже должны на ногу наступить. Примета есть такая. А, примета, вот в чем дело. Да. А я-то думаю. Но ты знаешь, Зубок, есть приметы хорошие, полезные. Но, да. Например, если стрижи или ласточки низко-низко над землей летают, о, значит, скоро дождь пойдет. Поэтому стоит отложить прогулку. Да. А я знаю примету, дядя Юр, про дым. А, какую? Вот если дым из трубы вверх столбом идет, ага, день будет ясный и сухой. Угу. А вот так стелится, значит, завтра ненастье будет. А мне Енотыч говорил, да? Правильно, Зубок, это тоже очень хорошая примета. А вот есть глупые, бессмысленные приметы. Они, знаешь, как называются? Суеверия. Ничего хорошего не выйдет, если им следовать. Да ты знаешь, был у меня знакомый Иван Простаков, ребята. Вот послушай, что с ним приключилось. Услышал однажды Иван Простаков, что счастье зависит от старых подков. Кому же счастливым не хочется стать? И вот захотел он подкову достать. Подкову Иван на базаре добыл и тотчас ее над кроватью прибил. А ночью подкова со стенки упала, в лоб Простакову попала. Сбежались соседи на крики его. Соседи понять не могли ничего. И кто-то сказал: да чего бестолковый? Зачем в изголовье повесил подкову? Иван Простаков рассмеялся в ответ. Какой же ты глупый, любезный сосед. На это отвечу тебе я толково. Известно, что счастье приносит подкова. И верно, хоть я испугался со сна, но, к счастью, меня не убила она. Вот видишь, Зубок, что бывает, если следовать глупым приметам. Да, дядя Юр, значит, зря я тренировался с правой ноги вставать, а? Да, конечно. Совсем не важно, с какой ноги ты встал. Важно, с какими мыслями. Если у тебя мысли о том, чтобы ни с кем не ссориться, делать только добрые дела, весь твой день обязательно пройдет очень хорошо. Ну вот и все на сегодня, Зубок. Пора говорить ребятам... Спокойной ночи! Приятных вам сновидений и ангела вам всем хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением.